Всем привет! Это не локовлог и даже не проект «Казанки. Два пути». Это я, Аня Галай, и я отправляюсь в самый экстремальный выезд локомотива этого сезона в Хабаровск. Камера не включилась. Вот, теперь включилась. А, наша красивая казанская трио, которая сегодня выступает как локомотив. Будет очень холодно, не знаю, что получится. Все, то, что пальцы замерзнут сразу. Может, валенки надеть? Нам сказали, валенки не брать, сразу сказали. Мы прилетели, температура примерно вот такая, -23, но это ладно, ощущается как -37, всего лишь легкий. До свидания, всего доброго. До свидания, всего хорошего. Да. Холодно, друзья, это мягко сказано. Мне, например, так холодно не было никогда в жизни. Живы? Снимаешь. Все, я скинул вас. Спасибо. Команда сейчас заселится в гостиницу, но на самом деле это ничего не значит, потому что матч уже через 4 часа, отдохнуть не удастся. Завтракаем и едем на стадион. В Хабаровске очень много симпатичных монастырей. Вот Успенский собор находится прямо напротив берега Амура. Я только для вас, минус 25, Локо ТВ может отправиться на берег Амура, который замерз. Собственно, вот Амур, и там Китай. Друзья, еще одна из замечательностей Хабаровска – памятник Муравьеву Амурскому, который изображен на 1000-й купюре. Так, друзья, вот я выхожу на стадион имени Ленина. Замечательный, красивый стадион. Находится прямо на набережной реки Амур. Вот так вот он выглядит. Прекрасно. В Москве, кстати, сейчас воскресенье, примерно 7 утра, вы еще спите, а у нас уже день, солнце, и мы готовимся к игре. Идут последние приготовления к матчу, в частности, наносится разметка на поле. А какая сейчас температура у поля? Ему тепло? У поля 20. Хотите проверить? Ну, оно, по крайней мере, не дубовое. В смысле мягкая. Не, ну где-нибудь хорошо. Там руку положишь, теплая будет. Допустим, я поверила. А вам своих футболистов не жалко? Всех одинаковые условия. Значит, не жалко. Доброе утро, Москва! Добрый вечер, Хабаровск! Наша основная команда сегодня ночью добралась наконец до города. Я, естественно, в это время спала, было 4 часа утра, основа решила не переходить на местное время, то есть все это время мы жили по Москве, и вот недавно проснулись, ну как недавно, в 4 часа дня по местному. В общем, пока не летели, я спала, но благодаря современным технологиям мы сейчас посмотрим, как это было. We'll be right back.
Вот вы сейчас, насколько я понимаю, стоите и ждете команду. Да. А вы местные? Ну, с Приморского края. Болеете за Локомотив? Да. Первый раз вообще увидите? Первый раз, да. Первый раз. А сколько лет болеете? С 2007 года. Ого. Я с 2005. Какие ожидания от матча? Ну, только победа. Только победа. Только победа. Более команда на ходу. Футбол реально играть при минус 20? Да, приезжал на ЦСКА, смотрел. Играли? Да, они очень быстро убегали с поля. Быстрее в раздевалку, в горячий душ. После стоят. А вы как согреваетесь? Мы песни поем, танцуем на трибунах. И победа сегодня нужна, сегодня играет. Зенит со Спартаком тоже такие команды, которые... Желаем им ничьи, рядом. Чтобы они очки поделили. И больше отставали, а нам победы, чтобы мы больше отрывали. Все, ребят, нас отправляются на игру. Зенит морозный. Московский утром. Холодно вместе. Мы выезжаем. Ребята у нас буквально выходят из леса. Стемнело уже в Хабаровске. Чуть похолодало. Дом, кстати, находится прямо рядом с Парамур. Что добавляет здесь немножко ветра. Ты кто? Написано «Савраска». Ты, наверное, сейчас самый счастливый человек, потому что тебе тепло. Не совсем, не жарко. Да. Знаешь, что я тебе точно завидую. Я два метра. Вот, нашли болельщиков. Давай, смотри, пока туда. Два меня будут быстрее. Да ладно, давайте сфоткаемся. Дашь мне тоже кресло? Давай. А вы местные болельщики? Да. Прям из Хабаровска? Да. А почему вы смотрите болельщики? Болеем. Нравится. Потому что мы железнодорожники, РЖД. Железнодорожники, да. Наши футболисты сейчас выходят на разминку, ну и разминаться будут не только они. Сейчас проверим, каково это играть в футбол в складе. Привет! Здрасте! Ты главный болельщик, мне говорят? Наверное. Ну там, давай с тобой. Главный ультрас, фанат травы. О, классно, я прям с ультраса. А вы можете же поближе встать и вот таких, конечно, сесть? У меня нет шарфа. Правильно вот где-то? Ну вот. Дробим! Локомотив вперед! Вы откуда? Из Москвы. Вы из Москвы доехали. А, вы наши золотники. Да. Класс. Это мы. Я прошлого сезона и продолжаю этот бить. Вы вписались в свою компанию. Я с ними прав, все норм, я с ними. Какие прогнозы на игру? Мы надеемся на победу. Только на победу. А дальше посмотрим. Кто за пьет? Ну, Миранчук и, наверное, Фарфан. Спасибо, друзья. Вот команде Москва! Классно. Главное, это ваша поддержка.